«Паша». Эта пьеса написана по мотивам сборника рассказов «Добыть Тарковского». В произведениях современного автора Павла Силукова постановочная группа разглядела один очень любопытный собирательный образ. Именно он и стал героем спектакля. Я когда вырасту, прочитаю фразу этого года. Мы рождены на свет, чтобы везде ходить и ничего не делать. Паша – человек с непростой судьбой и сложной душевной организацией. Детские травмы дали отпечаток и во взрослой жизни, причем в буквальном смысле. Отец героя тушил об него окурки, думал, так воспитают сыне мужчину, а воспитал неуверенного, не признающего любовь и дружбу человека. У нас 16+. У нас 16+, ну просто в силу закона о защите детей, да, от вредоносной информации, только из-за этого. То есть ничего не увидите предусудительного такого, да, но тут есть сцены любви, предположим, сцены, не то что насилия, но какой-то разговор об этом есть. В этом спектакле не обычные куклы, они как продолжение артиста и их копия. Разговоры с самим собой, поиск себя в жизни, одиночество. По словам художника Антона Балкунова, персонажи пьесы – это люди с окраины, выросшие в 90-е. Артисты театра – это все равно интеллигенция. А нам нужны были такие персонажи с окраины, такие, которые как бы рано утром уже стоят, покачиваясь у остановок, такие грязные. Вот, да, нам нужен был такой, как бы, такие обитатели дна. На сцене театра «Кукол Сказка» это первый спектакль для взрослых за последние 20 лет. Уже в августе представят второй под названием «Человек из Подольска». Но это не значит, что здесь забыли о детских постановках. Просто решили, что сказка нужна всем, тем более в новом здании театра. Елена Кукина, Дмитрий Денисов, «День с толком».